Здравствуйте, дорогие друзья. Очередной вот, несчитаемых Turbo S, замена полотен. Ну, про диски тут особо рассказывать нечего, диски как диски. Я хотел бы рассказать про вот эти родные центры и вообще систему. На самом деле они, именно эти диски, именно этих Turbo S, во-первых, это одно из самых лучших, что в принципе я видел. У них, если кто знает, у них идут колодцы до самого заподлицо, до этого, то есть болты длинные с Q7V12 маленькие, там они еще длиннее, то есть на всю идут. Плюс система бобинсов очень интересная, там несколько шайб по две. Потом сам бобинс он интегрирован опять же в колодец почти что наполовину. Там понятно, почему не отказались. Сложная конструкция, но с ней, так как в колодцах крепеж, там деформировать ни на треке нигде невозможно. Но потом они быстро ушли от этого, стали делать просто по-обычному. Что мы конкретно здесь мы сделали? В принципе, ничего. Мы поставили крепеж М10. Да, М10. Чтоб конкретно. Ну, практическое значение его еще, что его шейка этих болтов призонных, она ровно идет заподлицо с пазами для бобинцев. То есть размер в размер. Поэтому, и опять же, подпружиненная шайба, ее тут не видно. Она вот здесь из пружины стали. Вот они. Чтоб отыгрывал. Ну и стенку. Стенку сами видите, она 18 мм. То есть вырвать, деформировать и вытянуть ее практически невозможно. Ну вот, в принципе, все.